That's interesting. We're on the right track. Так и есть. Что тут надо сделать? Все опять залагало. А. Сразу не заметил. Ледяные пещеры какие-то. Не смешно. Действительно. Это что? There's a storm up ahead. Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there, beyond the storm. Follow it. Let the force sharpen your instincts. Кайф. I'll do my best. Блин, тут так прикольно. Просто козликов много. Не будут проблемой. Хотя, по идее, можно их и бежать. Там я вижу... Там я видел один сундук. Внизу вроде бы нет ничего. Да и все, пожалуй. Больно. Another one of these. Wonder if they connect. Может. Вот еще одна. Так, Эл, что ты делаешь? Залезь. Цветочек растет, если что. Семя для террариума. Отлично. Бам. А. Что же ты тогда мажешь, сволочь? Нереальный дамаг. Ну, примерно понял, куда бежать. Примерно. Еще там долгая загрузка. Нафиг. Здесь что-то есть. Нет, не пройти. Вот та сволочь, которая меня шотнула. Ну как шотнула, просто убила. Сзади нет ничего. Окей. Вау. Кто здесь? Какая-то сфера. Очень невероятно. Вау, мы можем даже шторм замедлять. И что это? Я не особо понимаю, что делать. А, вот. Я
Giordano fought for my mind. Its vision shaped the direction of an entire culture. I must understand why. Что дальше делать? А, мы опускаемся до сих пор. Прям вообще в глубину. Вижу бонфайр. I'm in the tomb. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little... eccentric? Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Справедливо. Нам надо как-то скатить сюда шар, как я понимаю. А, или не надо. Что это? Что это было такое? Что ли? Все-таки взрывается просто. Ну и? Кэл, что ты делаешь, друг? Класс. Почему ты не можешь просто взять и сделать разбег? Самый элементарный разбег. Так трудно. Так трудно как. Ясно. Просто ясно. Нам точно сюда вообще? Я не особо понимаю, что делать. Просто чилик, он не хочет допрыгивать, он не умеет. Вау. Просто вау. Так. Я что-то нашел. Что-то мне пока что недоступно. Нафиг пошли все. И опять мы идем сюда. Все-таки можно? Нет. С ним пока что нельзя взаимодействовать. Давайте еще раз попробуем. Попробуем сюда сходить. Посмотрим, что получится. И
Мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Что это? Самодействие. Ого. Вверху нет ничего. Я понял. Еще какой-то шар. Мужчине с этими крысами чертовыми. Бесит уже. Реально бесит. Так, сколько здесь вообще помещений? Одно только. Так, пока что я это вязать не буду. Может, стоит? Я понял. Ладно, забить. Плохая идея. С этим пока что взаимодействовать нельзя. Можно только вот так. Так понял, его нужно закатить вот сюда. И он оказался вот тут. Хорошо. Выключим эту штуку. Так. Ого. Классная игра. Вроде бы все просто. Да? I need to settle the sphere in front of that middle windshaft. Да ты что? А, еще одна такая штука есть. Не один вопрос, а как я это сделаю? А, ее можно замедлить. Да все в порядке. Твою мать. Меня уже немного это бесит, кстати. Головоломка хоть и необычна, но я походу себе только что заблочил все. Секунду, что это? Шепот на чужом языке. Пусть пока катится. Все, останавливаем. И врубаем.
Ты чё, серьёзно? Просто к сведению, джедаи обладают телекинезом. Видимо, не этот. Рубай нафиг. Остановись. Да. О, давайте уберем у главного героя джедая основную способность джедайскую. Мы же Electronic Arts. Все могем, все умеем. Ну и... Айс, эта дичь просто застряла. Классно. Серьезно, он просто застревает на месте. Гениально. Спасибо за игру. Просто к сведению, игра стоит 3500 рублей в Стиме. Просто информирую вас об этом. 3500 рублей. Да стой ты! Почему ты, аукист Кэл, не можешь просто взять и использовать телекинез? Я подожду, мне не трудно. Стой. Выруби. Стоять. Да стой же ты. Вот, просто он отталкивается от стены. По скрипту, я уверен. Ничего уже с этим не сделать. Просто бред. Еще камера в стенах застревает. 3500 рублей. Спасибо за игру. Классная игра, кстати. Всем советую. Да, медленно, медленно будем тебя катить. Тем более, в чем проблема раскатать этот шар руками, я не понимаю. Видимо, слишком легко, подумал разработчик. Нужно же сделать, чтобы в нашей игре было нормальное, корректное применение способностей, очень полезных. Я вообще не помню, чтобы хоть кто-нибудь из джедаев применял замедление. Я даже не знаю, существует ли эта способность во вселенной Звездных войн. Что за дичь? Какое нафиг замедление? Что вы делаете с этой игрой? Где вообще пути развития персонажа? Почему все так линейно?
Стой. Открывай. Ну. У нас самые лучшие загадки. Самые классные. Самые офигительные. Самые нелинейные. Я не помню, чтобы в Dark Souls нужно было страдать вот подобной дичью. Ни в одной части. Помню, чтобы в Sekiro нужно было страдать такой же дичью. Я помню, чтобы в Bloodborne или Nioh нужно было страдать подобным. У нас, видите ли, своя игра. С загадками. Если что. Если кто не понял. Давай, катись правильно, я тебя умоляю. Твою мать. Какой даун решил добавить в эту игру подобное? Я даже ни в одной игре по Звездным Войнам такого не видел, вы понимаете? Я понял. Кто-то скажет, ну это загадки, они делают игру более разнообразной. Если хотите загадки, играйте, блин, в Assassin's Creed. Типа, не мои проблемы. Давай, просто встань вот сюда, ну, еще чуть-чуть. Уже ненавижу эту игру. Нет, не за ее сложность, за ее убогие головоломки. Они же просто убогие, они никчемные. Они, блин, усложнены до... Я не знаю чего. Это же полный бред. Да стой ты. Стой. Это просто, это гениально. Гениально. Честно, вот я бы руки поломал тому дауну, который решил придумать вот это. Кто его вообще просил? Скажите, пожалуйста, вот что это такое? Лучшие в мире загадки у нас в игре. Покупайте 3500 ПК-версию. Кто-то не согласен с нашей политикой, с нашей ценовой политикой. Качайте Torrent Edition. Качайте Torrent Edition. Есть. Игры не должны стоить столько на ПК в СНГ. Почему Electronic Arts этого не понимает, я не знаю. Да вы что? И часа не прошло.
Ну и... А, даже так. Что это? А, так это было еще даже не по сюжетке. Кайф. Тайник. Просто тайник, Грис. Можешь запрыгнуть, дегенерат? Запрыгни, мать твою, почему? Почему ты не можешь просто взять и запрыгнуть? Ясно. Ну. Нет, спасибо. Эту игру я в жизни покупать не буду. Слишком хорошо она сделана. Слишком идеально. Может, остановишься немного? Еще раз. Молодец, Кал. Если бы ты сейчас упал, я бы что-нибудь с тобой сделал. Что это? Почему ты лагаешь? Я надеюсь, здесь по сюжетке я иду вообще или нет? Типа, у меня нет желания разгадывать вот эти... убогие головоломки, которые как бы легкие, но как бы специально усложнены. Здесь что? А, ну да, ты же не можешь здесь подняться. Слишком скользко ведь. 2019 год. Нелинейность. Что это? Там статуя? Окей. А, класс. Классно. Кто увидел этот конец первого раза, поздравляю, Евгений. Пришел поиграть в Звездные войны. Да, Звездные войны Souls-like. Мне выдают какой-то Assassin's Creed. Нафига? Зачем? Что? Как это работает? Его чуть-чуть относят ветерком и типа, вау, в нашей игре есть физика. А здесь уже нормально относят. Понял. Ну да, ты ведь можешь здесь забраться, Кал. Подумаешь, какой-то мастер джедай. Хотя нет, какой-то мастер, что он же подаван вроде бы.
Я не знаю вообще, какое у него звание. Просто джедай-аутист. Новое звание. Специально для Кэла. Мастер-аутист. Да. Мы Electronic Arts, если что. Мы делаем вот так. То есть, как бы... Любой человек, любой абсолютно смог бы здесь подняться, но не джедай. Не джедай ни в коем случае. Если вы думаете, что джедаи, они как бы сильные, у них есть сила. У них есть специальные навыки. У них есть мастерство. Нет, вы думаете неправильно. Вы думаете плохо. Вы не думаете. Да, вы не думаете. Если вы думаете, что световые мечи в фильмах могли прорезать железные двери в игре, нет. Вы тоже не думайте. Что? Что? Просто ясно. Гениально. Гениально. Можно нас почесать, пожалуйста? Спасибо. Уйди с пути, животное! А, кайф. Вот сейчас всех здесь поубиваю, вы знали? А, они и так сдохли все. Теперь смотрим, сколько будет попыток преодолеть вот это. И сколько. Хорошо. Здесь хотя бы физика ветра появилась, там ее тупо не было. Точно, уже умеем бегать по стенкам. Мы же не в Звездные войны играем, мы играем в Принц Персии, если вы не заметили еще. Что это? Ты просто гений. Знал как? Знаешь, что ты гений? Мы нашли скрытый бонфайр. Отдохнуть. Можешь, пожалуйста, взять и сделать кувырок, аутист? Спасибо. Не допрыгну. Пэйф. Если вы думаете, что джедаи как-то по-другому прыгают, нежели люди, вы... мыслите стереотипами. Вы не думаете, опять-таки. Потому что прыгает этот аутист, как настоящий аутист. А, даже так. Даже так. Действительно. Мы же ввели целую механику в эту игру. Как же это вы будете проходить левелы без наших новых механик? Нельзя такого допускать. Нельзя. Это что? Это что? Я вообще что-то не понимаю. Взорвись нафиг. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Иди сюда. Ясно. Стим мне. А. Вау. Так много дамажа, слушайте. Но радует он медленный, как черепаха.
могу его еще замедлить. Это что? Или бы босса сделать? Хранитель гробницы. Сильно. Ну да, действительно, мы ведь не можем здесь пролезть, мы ведь не можем это разрезать. Нет, нет. Если вы видите такие возможности, вы дебил. Боже, Electronic Arts, можно... Можно не делать игры, пожалуйста. Я вас умоляю. Конечно, рад новой игре по Звездным войнам, но... Это точно Звездные войны? Только что я вижу пародию на какую-то Assassin's Creed, предспейси, я не знаю. Мне оно не надо, если честно. Что это? Взаимодействовать. Введение силы. Я вообще считаю то, что они нереально плохо поступают, не давая людям выбора вообще никакого. То есть вот этот Кэл, он, как я понял, может стать только джедаем. Только джедаем, да. Никаких серых джедаев не существует. Никаких других классов не существует. Да. Дефолтных навыков джедаев тоже у нас не существует. О, наконец-то нам выдали самый дефолтный навык любого, блин, джедая. Спасибо. Щедро, щедро. Почему у него есть телекинез, а у этого аутиста нет? Меня уже нереально сильно бесит эта игра. Толчок. Шорткат. А еще один. My friend, take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Чё, музыка будто это босс. Фига-то. В случае не смотрящих в ночь. У них такие же шлемы в Рефорджи. Обла. А, так это Бионикл, гайз. Это самый обычный Бионикл. Да-да-да. Теперь, наконец-то мы можем. У нас есть навык толчок, короче. Да. Если нам теперь надо уходить отсюда или что? Не знаю.
Давайте посмотрим, что тут есть еще. Я играю в эту игру уже третий час, да. Пока что, типа, ну, пойдет. Этот навык выдали слишком поздно, я считаю. Он должен был быть у нас изначально. Как туда подняться? А. Понял. Ладно, идем назад. А, завалило. Кайф. Ого. Сильно. Хотя бы так. Вот еще один бионику. Какой хранитель? Не путай слова, это же самый обычный бионик. Что ты начинаешь? Материал светового меча. Окей. Я так понял, то, что подклассы здесь... Нет, в смысле, просто классы здесь все-таки есть. То есть можно пойти через прокачку меча, можно пойти через прокачку силы. Это как-то немного все равно странно. Давайте подхилимся немного. Доступны новые навыки. Даже так, ок. Ох, нифига себе. Массовый толчок. Взрывное замедление. Стойка. Увеличивает максимальный запас силы Кала. Улучшенный рывок. В смысле рывок. И меня. Атака на бегу. Но как это было? Вот этого не было. Ого. Ой. Умелое блокирование. Ловкое отражение. Улучшает выживаемость. Улучшение стимы. А, улучшенные стимы. Вот это, наверное. Допустим. Как это выглядит? Что делаешь? Даже так? Погоди, да, подхилиться. Что-то я расслабился прям реально. Или он какой-то более быстрый, что вряд ли. Хватит. Хватит спамить этот чертов луч. И что это? В прошлый раз это сработало, кстати. Да хватит спамить это. Луч. Животное. Спамишь луч, дохнешь. Деформирую даун.
Я надеюсь, он не заспавнится по новой. О, тут стенка есть. Надо ее сломать. Что здесь? Вау. Можно сундук какой-нибудь классный? А, вот оно как. Понял. Могли бы, знаете, и другую текстурку нарисовать. У меня просто нет слов. У меня нет слов, как это убого. Ясно. Просто ясно. Он опять заспавнился. Класс. Think there's more spheres around here? Me too. Let's keep checking. В этой игре стамина, кстати говоря, нет. Только сейчас это понял. Жадничал. Разумеется, это мы разрезать не можем. Стоп, это что вообще? Это куда? А, это просто сделано. А это что? Ого. There's more spheres around here? Me too. Let's keep checking. Идем. Просто надеюсь, что эта локация скоро кончится. Я так ненавидел вот эти всякие подземелья в Assassin's Creed. В этой игре я их тоже уже очень сильно ненавижу. Очередная сфера. Да, силен, что? Так, ты можешь нормально просто? Одна пойдет. Да ну нет, стой, стой. Вот смотри, здесь есть путь специальный.
Но радует эта сфера. Скрипт уже встает на место. Так и... Что дальше делать? Сферу надо вон туда загнать? Что? Серьезно? Блин. Давай, давай, катись. Можно так же? Нельзя. Стой, стой! Стой, тебе говорят. Уже будет потруднее. Как сюда сферу забросить? Что это? Сейчас. Come here, BD1. А, понял. Ты можешь переключиться, нет? Своя игра, если что. Если кто-то еще не понял, то да. Ты... Давайте сделаем, чтобы игрок в свой час перекатывал шары по какой-то убогой локации. А почему нет, действительно, почему нет? 3500 рублей игра стоит, повторяюсь. Мы молодцы, кстати, да. Можешь просто. У меня с одной этой локации бомбит больше, чем со всех игр серии Souls, в которые я когда-либо играл. Молодцы, Electronic Arts, молодцы. Классную игру делать. Сделали.
Сейчас у нас небольшая такая тренировочка. Просто смотрю, куда можно закинуть его. Видимо, никуда. Придется его катить здесь. Классно. Зашибись. 3500 рублей. 3500 рублей. Что? Почему? Почему ты так быстро выходишь из стазиса? Прием. Если бы не эти убогие загадки и не дебилизм в способностях, игра была бы, в принципе, даже хороша. Но вот эти просто замечательнейшие загадки, очень интересные, очень интеллектуальные, очень трудные, да. Трудные в плане того, что ты знаешь, как их решить, просто не можешь. Физически. Потому что игра сделана очень хорошо, кстати. Точно стазис вообще? Точно стазис? Да ты что, еще одна сфера? Ничего себе. В смысле, еще одна помимо этой? Где? Ну, давайте искать. Раз главный герой так сказал, он ведь может врать. Скрипт ведь правильно работает? Правильно. Учитывая то, что мультики и фильмы канон, да, канон. Там джедай не прыгает, как аутист. Да, там джедай прыгает высоко. А можно сделать реально неплохой такой форс-джамп. Ну, нет, в игре нет такой функции. В игре есть функция сдохнуть. Замечательная функция. Я просто не понимаю, как можно так делать игры. Просто как? Это же искусственное, блин, растягивание времени геймплея. Это ненормально. С такого надо вообще снижать оценку игре. Иди ты нафиг, почему ты не можешь его просто закинуть через этот убогий бортик? Почему ты не можешь сломать этот убогий бортик? Почему эта дичь вообще вылезает из текстуры? Это точно игра 2019 года, скажите мне, пожалуйста. Или я, может быть, что-то не понимаю. Возможно, игра топ.
see one of these spheres on the way in? We did swing on it, didn't we? I wonder if there's a way to get it down. Мысли по пути сюда. Мысли по пути сюда. Ты чё хочешь, чтоб я ту сферу сюда принёс или что? Просто не понимаю, что ещё этой игре от меня надо. Вот это место, видите ли, разрушить нельзя, да. Просто ясно. Эта игра, она выглядит как демка. Просто демка. Техно-демо. Движка Unreal Engine. Она не может стоить 3500 рублей. Даже на консоли. Что? Теперь ты просто не хочешь бежать по стене, да? Ты серьезно? Что не так с этой игрой? Что не так с этой убогой игрой? Класс. Классно. Что, идеальная игра. Всем советую. Я просто не знаю, что еще тут надо делать. Теперь приготовьтесь к самому забавному, к самому нереально забавному. Смотрите, видите? Видите вот это? Там нет никакой стенки. То есть, если вы каким-то образом вдруг не успеете, да, то вам придется повторять все это начало. Почему бы и нет, действительно. Повторюсь, это тупо искусственное растягивание времени геймплея. За такое нужно снижать игре оценку вообще под ноль. Это то же самое, что сделать, допустим, игру на 32 часа и 30 часов катсцен, которые ты не можешь скипнуть. Из вас, наверное, скажет, что криворукий я, да. Я не отрицаю, что криворукий, но вот это замечательное взаимодействие главного героя с окружением, оно просто на высшем уровне, вы посмотрите. Прямо он взаимодействует с окружением. С каменной породой. Он прямо вообще прям режет, разрезает. Навыки, кстати говоря, тоже работают на окружении, если кто не заметил. Вы, наверное, могли подумать, что они работают только в местах, отмеченных синим. Вы неправильно думаете, вы дебил. Гейс. Худшая игра года. Здравствуйте.
только сейчас понял, то что там есть кнопочка усиления. Можешь чуть-чуть быстрее, пожалуйста? Тебя умоляю. Тупой шар, ты можешь катиться чуть быстрее? А, здесь ветра уже нет. Здесь просто уже нет ветра. Всем советую игру, покупайте обязательно в Стиме. Покупайте две копии, разумеется, делюкс версии, если что. Не делюкс не считается, кстати. Если кто не понял. Уйди нафиг, тупой шар. Просто издевательство какое-то. Просто издевательство. Где он? Где он? Давай. Я держу эту штуку. Давай резче. Ветра нет. Ветра нет.